Всем привет! Вы смотрите видеоверсию сайта «Моя Москва онлайн». Около 50 наземных маршрутов изменятся к моменту запуска диаметров. По информации ОАО РЖД, запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. К моменту запуска первых двух московских центральных диаметров изменится около 50 маршрутов наземного транспорта, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Лексутов. По его словам, новый транспорт нужно сделать максимально интегрированным, а пересадки – удобными. Например, изменение маршрута автобуса номер 748 позволит около 240 тысячам жителей районов Бескудниково, Западное и Восточное Дегунино доезжать до платформы МЦД-1 Бескудниково. По информации ОАО РЖД, запуск первых диаметров запланирован на ноябрь 2019 года. Еще больше новостей из жизни столицы на сайте mymsk.online. Заходите, чтобы быть в курсе.